За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Вот так вот у нас паркуются на Московской автохамы. Московской 59. Людям даже пройти невозможно. Первое видео прислал телезритель под ником Зевс. Тезка греческого бога метает громы и молнии на автохама, что припарковал БМВ с казанскими номерами на тротуаре. Рядом замечен и сам нарушитель. Вот этот человек на БМВ. Постоянно это делает. Просьба ГИБДД навести порядок. Неряшливого водителя снял наш помощник Сергей Рожковский. На кадрах впереди движется Hyundai Solaris. Из переднего окна автолюбитель выбрасывает мусор на дорогу. Дурак! Заводской район Саратова. Водитель серебристого «Шевроле Лачетти» проезжает переезд по встречной полосе. Между прочим, за это ему грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение от 4 месяцев до года. Трофимовский мост нарушению ничего не предвещало. Водитель Nissan Almera спокойно себе едет, но уже перед Бережной иномарка совершает странный маневр. С правого ряда на красный поворачивает с Панфилова. Пугал, козел, что творит? Смотри, что делает. Давай, сейчас. Не надо никому ничего бить. Для этого есть специальные органы. На кадрах улицы Чернышевского водитель белого Lexus RX300 устраивает шашки на дороге, подрезая всех на своем пути. А девушка говорит, все правильно. Автоинспекторы уже отсматривают этот и другие ролики с нарушениями вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовской области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Oh,